UATV. Время новостей. В студии Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Захваченные Россией украинские корабли вышли из Керчи. Речь о катерах «Бердянск», «Никополь» и буксире «Янный Капу», сообщают «Крымреалии». Суда следуют Керченским проливом в сторону Черного моря. Сопровождает их российская береговая охрана, говорится в сообщении. Согласно международной базе отслеживания судов, украинские буксиры «Сапфир», «Титан» и «Гайдамака» находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, чтобы забрать захваченные Россией корабли и сопроводить их в порт, пишут «Крымреалии». Три украинских корабля российские военные атаковали 25 ноября прошлого года. 24 украинских моряка забрали в плен. Трое из них получили ранения. 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить всех пленных моряков и вернуть корабли Украине. Москва решение проигнорировала. Моряки вернулись в Киев 7 сентября в рамках обмена пленными в формате 35 на 35. Поминальный молебен провели в главном католическом храме Нью-Йорка. Вспоминали жертв Голодомора в Украине. В соборе Святого Патрика литургию отслужили священники трех конфессий: Украинской православной церкви США, грека и римо-католическая. Участвовали в поминальном мероприятии дипломаты, американские политики. Глава украинского конгрессового комитета напомнил, 20 стран уже признали Голодомор геноцидом. Россия, ведя войну на Донбассе, продолжает политику уничтожения. Новые столкновения в Гонконге. У стен местного университета полиция сцепилась с участниками протестов, которые блокируют здание. Активисты бросали в силовиков бензиновые бомбы, жгли костры и укрепляли баррикады. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Около учебного заведения горы камней, ящики с горючими смесями. На поготове у активистов луки и стрелы. Участники протестов блокируют улицы и дороги. Протесты продолжаются на фоне усиления влияния Китая на территории Гонконга. Пекин предупредил, из-за протестов и насилия регион может потерять свой особый статус. Громкое празднование годовщины протестов желтых жилетов во Франции. В Париже демонстранты устроили погромы, жгли мусорники и сцепились с полицией. Подробности в сюжете Александра Кулебабы. На улицах полыхают автомобили, костры из электросамокатов, демонстранты строят баррикады. Так выглядел Париж накануне. Порядка 28 тысяч активистов вышли отметить годовщину протестов желтых жилетов. Борцы против социального неравенства с самого утра блокировали кольцевую дорогу. Мы говорим Макрону, мы здесь, все еще здесь. Желтые жилеты живы. Они пытались уничтожить движение, но не получилось. Мы здесь во имя Франции. Основные протесты развернулись на площади Италии и в районе станции Порт-де-Шанпере. В городе усилены меры безопасности, закрыты несколько станций метро. Агрессивно настроенные активисты сцепились с полицией. По последним данным, задержаны 147 человек. Ничего не изменилось за год, так что мы сменим тактику. Ведь еженедельные демонстрации – это возможность показать, что мы здесь. Но этого недостаточно. Поэтому мы призываем людей выйти на забастовку 5 декабря и объединиться. Людям из профсоюзов, простым гражданам, желтым жилетам. Так, чтобы экономика остановилась и мы получили то, что нам необходимо. Год назад протесты желтых жилетов начались на фоне повышения цен на бензин и роста стоимости жизни. Со временем требования активистов менялись. Они хотели отправить в отставку правительство президента Эммануэля Макрона. Теперь недовольные соцполитикой государства готовят новую волну протестов и обещают, что кресло под президентом вновь пошатнется. На стене здания на Итальянской площади появилась надпись: 5 декабря Макрона на досрочную пенсию. Александр Кулебаба, UATV. А вы уверены, что вас сейчас не прослушивают? Шпионское оборудование, которое использовали для слежки за неугодными властям гражданами, показывают в Праге. Ее приурочили к 30-летию бархатной революции, свержения коммунистической власти. Что там можно увидеть? Смотрим вместе. Часы с прослушкой, кейс со звукозаписывающим устройством и чемоданчик со скрытой камерой. Нет, это не атрибуты нового фильма про агента 007. Эти устройства использовали советские шпионы в Чехословакии. Их можно увидеть на выставке технологий на вооружении у диктаторов.
Национальном техническом музее в Праге. Агенты спецслужб были мастерами по установке жучков и прослушки. Ни один диссидент не мог быть уверен, что за ним или за ней не следят. Конечно же, еще не было беспроводного оборудования, так что они устанавливали проводные жучки, а звукозаписывающие аппараты размещали в соседних квартирах. Кроме хитромудрых устройств, с помощью которых шпионы следили за гражданами, также представлены самодельные приспособления чехословаков, которые пытались любой ценой прорваться на свободные земли. У нас есть абсолютно уникальный предмет. Это гидрокостюм, принадлежавший католическому священнику Иозефу Скопу. Он сделал костюм специально для побега в Восточную Германию в 1957 году. К сожалению, священник совершил ошибку, использовав типичный садовый шланг в качестве дыхательной трубки. Но он был слишком длинным и узким, поэтому мужчина не мог дышать. А этот летательный аппарат придумал житель Чехословакии Войцех Вала. В 1977-м он безуспешно пытался перелететь через границу в Австрию. Но его поймали и на 13 лет кинули за решетку. По официальным данным, порядка 300 человек погибли или были убиты при попытке бежать от коммунистического режима из Чехословакии. Александр Кулибаба, UATV. Ровно через неделю в польском городке Гливице состоится финал песенного конкурса «Детское Евровидение». И сегодня в Польшу проводили украинскую участницу Софию Иванько. В аэропорту Борисполь собрались фанаты и журналисты. Как провожали конкурсантку, видела Анастасия Фиченко. Она на связи со студией. Настя, с каким настроением София отправляется на конкурс и как шансы оценивает ее продюсер? Даша, на самом деле провожание в аэропорту, проводы в аэропорту были похожи на маленький праздник, потому что фанаты пришли с воздушными шариками, украинскими флагами и кричалкой «Share the joy», «Делись счастьем». Так они провожали Софию Иванько, украинскую участницу песенного конкурса «Евровидение детское». Его финал состоится 24 ноября в польском городке Гливице. София Иванько летит не сама, ее сопровождают мама, папа, брат. Также целая украинская делегация летит вместе с ней. А еще у Софии особенный попутчик. Это собачка-дружок. Плюшевая игрушка сопровождает певицу на всех важных конкурсах вот уже 7 лет из ее 13. Из 13 лет Софии. София немного простужена, хотя старалась не заболеть. Носила теплые шапки и шарфы, теплые куртки. Но она надеется, что ей удастся выздороветь к финалу конкурса. И вот что она нам рассказала. Трохи хвилююся, але думаю, що все буде добре. Немного волнуюсь, но думаю, що все буде хорошо. Очень много було репетицій, сложних, но веселих. Всі учасники очень класні і достойні. Песня взагалі не схожа на інші пісні конкурентів. Песня вообще не похожа на другие песни конкурентов. Вона виділяється із всіх. Поэтому мы надеемся на победу. Это было бы круто. Конкурсанты очень сильные. Мне импонируют представители стран Балтии и Албании. София надеется привести победу. Во всяком случае, она очень в это верит. Верит и ее продюсер. Девочка будет исполнять песню «The Spirit of Music» в переводе «Душа музыки». Клип для нее снимали в центре Киева, в сердце Киева, я бы сказала, на Почтовой площади возле речного вокзала и возле древнего города времен Киевской Руси с прекрасными видами на реку Днепр и Подольско-Воскресенский мост. Песня лирическая, и я предлагаю вам послушать ее фрагмент. Ну, на этом у меня все, Даша. Настя, спасибо. Держим кулаки. На детское Евровидение в Польшу проводили украинскую участницу Софию Иванько. Состязание пройдет 24 ноября. Провожали ее с украинским флагом, шарами, плакатами. Такой мини-праздник. Еще больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском уже менее чем через 2 часа. Непременно увидимся на UATV.